Поехали. Привет, друзья. Я нахожусь на Майдане в Киеве уже в третьи сутки. Сейчас 5 утра. Здесь очень позитивная атмосфера. Очень много хороших людей, которые пришли оставить свое право на хорошую жизнь и жизнь в Европе. Потому что мы 20 лет идем к этому, и наконец-то мы максимально близко пришли к этому. Мы должны отстоять это все. Я хочу сказать спасибо всем людям, которые живут не только в Украине, а и в других странах, которые поддерживают нас в Фейсбуке, ВКонтакте. Женя из Нового Уренгоя, Настя из Дубая. Спасибо вам огромное, ребят. Мы знаем, что вы с нами, и мы очень рады вашей поддержке. Мы ждем еще больше людей и еще больше взаимосвязи из других регионов, стран, городов, со всего мира. Ребят, спасибо вам огромное. И тебе спасибо огромное, что ты с нами.